え枚数を入力してください。表示された枚数でよろしければ発券ボタンを押してください。ただいま発券しています。しばらくお待ちください。カードをお取りください。ありがとうございました。Вот так мы проверили, сколько у нас поинтов есть на карточке. Когда покупаешь вот эту карточку, предоставляешь. И там идут постепенно поинты. Вот у меня такой билетик на 500 йен. На целые шоколадки. Потому что я сегодня поехала и опять купила. Вот он. Морозов. Потому что очень вкусные, их потом не будет, эти шоколады. Будут уже другие. Вот такой. Такой кикай называется, машинка. А вот такое дерево из сердечек сделали при входе в магазин Моза. Вон тут все повесили свои пожелания. Вот, кто что хочет. Только где эти сердечки брать, я даже не знаю. Ну, это молодые, конечно. А мне не надо. Вот такие сердечки на день Валентина. Вот. Все свои пожелания. Кто кому что желает. Интересное дерево. День Валентина. Вот мы зашли в магазин всякой всячины. Кстати, вот он. Название его. Кстати, очень такой дорогой довольно-таки. И чего тут только нет. Ну, для посуды. Вот. Вот для фото есть. Да? Вот такие есть для ваших бриллиантов. И здесь и ручки, и для визитницы, и часы есть. Сейчас скажут, снимать нельзя. Вот. Для кухни фартуки вот есть всякие. Всякие вот японцы любят очень платочки. Они их дарят. У нас их не принято дарить. Но здесь дарят. И всякие вот соли всякие. Для ванны. А? Красота. Ну, пойдем дальше. Ну и здесь всякое, тоже платочки других расцветочек. Всякие вот для зубной пасты. Для зубной пасты, вот она. И вот всякие, вот для бани, всякие умывалки. Всякая всячина. Ну вот этот магазин, я не знаю, ну, покупают тут что-то, конечно, но тут... Релакс получает народ. Вот для бинто. Для кухни. Вот сюда кладут рис. Вот такая штучка. Не открыть там еще для риса. И там мясо положить. Такой маленькой крышечки. Вот такие коробочки всякие. Подносики всякие. Синенько все в этом году. Ну, тут всякие всячины для сыпучих. А для воды. Вот термоса всякие. С собой можно брать. Кофеварка. Угу. А вот такие сумки, для которых можно ходить. Угу. Или за покупками. Чтобы не таскать тяжелое. Ну и здесь всякая всяченка. Сумки всякие красивые. Ну пойдем посмотрим еще. Чайничек какой. Симпатичный, с чашечкой. Блюда. Стаканчики. Ну, в общем, все вот такое вот. Кому что нравится. А это вот это, видите, вот. Думаете, для чего они? А это вот хаши.
когда вы кушаете, вот так, чтобы хащи положить. Сейчас я продемонстрирую, если получится. Вот так вот. Кушаете, вот так хащи. Как на стол их не класс. Вот так вот будет, да? В общем, две штучки здесь разных цветов. Ну, всякие там полотенечка, какие красивые есть для кухни тоже. Всякое. Вот сейчас идет, видите, санпоинтов идет. Вот он, сервис красивый какой. Такой симпатичный. О, здесь вот такая вот чашка. Здесь бриллианты. Вот для фото 4000. Кстати, классный. Мне очень понравилась корона. Да. Ну, кто бы мне такой подарил, я бы не отказалась. Рамочки всякие. Я отказалась от рамок после землетрясения. И тут вот идут опять платочки, благовония всякие. Вон идут. Здесь, кстати, много. Вот там опять же для бриллиантов. И вот чашечка. Красивая какая. Прям прелесть. Чашечка. Прелесть. Вот такая вот. И вот тут такая красота. Фужерчики. Каждый раз они все меняют. Вон камера есть написана. У меня пока не останавливают. Вот такие вот резиновые перчатки длинные. Мыть. Я не знаю, что уборка. Ну, для посудки всякие такие красивые тарелочки. Еще вот опять сумочки. Вот еще такие. Полотенца у них даже есть. В общем, вот такой вот слоник. И вот уже пошел сезон сакуры. Все. Сезон. Сакура сезон. Вот так вот украшает витрину. Сакура здесь. Ну, это такое для... Наверное, если пойти вам полюбоваться сакурой, то вот сюда можно положить рис, мясо. Ну, еду, чтобы покушать на улице. Вот тарелочки такие. Не видно, вот там сакура. И вот сакура. Вот такая сакура. Красивая. 1500 йен стоит. Я бы сказала, недаром. Вот такая сакура. А здесь что у нас? А вот такая коробочка под сакура. Сакура Теасет. Тисет. Это для чая. Вот такие всякие для сакуры. Для пирожных. Здесь сакура. Вау, здорово. Вот такие. Одна вот пилку. Розовенькая, одна синенькая и розовенькая. Чтоб не перепутать. Вот такая вот. И даже вот мыть посуду, тоже вот такая сакура. Ой, какая красота. Угу. И вот такие вот посуду мыть. Такие полотенечка. 550 йен. Тоже с сакурой. Это же надо все с сакурой. Все купить, что ли. И вот здесь тоже такие вот термоса для чая. Тоже все сакура, сакура. О, сакура, все. Так что время сакуры наступило.